Итоговый документ, названный декларацией, был подписан участниками конференции в субботу. Он содержит ряд рекомендаций, в числе которых активное создание муниципальной милиции или полиции, подконтрольной местным властям. Под это должны выделяться деньги и техника. Полномочия муниципальных и федеральных органов правопорядка должны быть четко разграничены. Муниципальные милиционеры должны активно общаться и сотрудничать с населением и пользоваться его доверием. Одновременно следует ограничить деятельность неконтролируемых охранных структур. В приграничных районах должны налаживаться связи между региональными властями для устранения законодательных и психологических препятствий правоохранительной деятельности. К сожалению, все решения, принятые участниками конференции, носят лишь рекомендательный характер и дополняют документы, принятые на предыдущих конференциях. Петрозаводск гостям из Совета Европы понравился своей ухоженностью и покоем. Технически организация конференции отвечала высокому европейскому уровню, так что не исключено, что в Страсбурге наш город приметят и надумают провести здесь еще что-нибудь подобное. Ну а местным участникам остается обрабатывать полученные знания и навыки для применения их против конкретных местных преступников.